школу тренеров, это попытка, с одной стороны, повысить профессиональный уровень тех, кто учит некоммерческие организации. Сейчас по всей стране есть ресурсные центры, они есть и на региональном уровне, и на уровне уже теперь муниципальном. И одна из задач этих ресурсных центров – это помогать некоммерческим организациям становиться профессиональнее. Для этого они их и информируют, и помогают им ресурсы привлекать, и, конечно, учат. Но сами специалисты, которые учат некоммерческих организациях, тоже нуждаются в обучении. И для многих из них важно получить методы и технологии именно обучения, то есть того, как передавать информацию дальше. А многие нуждаются в контенте, то есть они нуждаются в том, чтобы получить информацию, что передавать. Специфики работы в некоммерческом секторе действительно не учат нигде, и если даже начинают в некоторых университетах вводить такие спецкурсы, то это прям совсем-совсем азы. А здесь они получают как раз обучение профессионалов. То есть тех, кто специализируется в проведении тренингов, именно, я подчеркну, тренингов, то есть интерактивных форм обучения. Потому что, конечно, можно сейчас получить эту информацию в интернете, очень много разной информации, можно ходить на какие-то семинары самому, но взрослый учится только через собственный опыт. У нас есть достаточно много людей, которые прошли 2-3 семинара в рамках школы, то есть получили очень разноплановые знания и опыт, перезнакомились между собой. И одна из задач, в том числе этого проекта, и мы надеемся, он будет продолжаться, это создание сообщества тренеров. И это будет повышать профессионализм некоммерческого сектора. А повышение профессионализма некоммерческого сектора – это повышение качества тех услуг, которые оказывают некоммерческие организации. А чаще всего они помогают тем, кому наиболее трудно. И это значит, что вот таким каскадом мы учим специалистов по обучению, они учат некоммерческие организации, некоммерческие организации начинают лучше работать, и значит, тем, кому трудно, будут получать более квалифицированную помощь, и этой помощи станет больше.